Меня зовут Евгений, фамилия моя Витхин. Моя компания занимается продажей, позже ремонтом и теперь уже производством оружия. Я принял решение открыть мастерскую оружейную, так как этот сегмент был абсолютно у нас в стране не задействован. Это первый наш продукт, он называется Илбирс, он сделан в Кыргызстане. Попробуем стрельнуть. Так что начинаем начинать. Планов много. Я надеюсь, что все продукты найдут своего потребителя.